У жителей Ненецкого округа появилась возможность получить необходимое ультразвуковое исследование в удобное время и без долгих очередей. В столице региона готов к приему посетителей частный кабинет ультразвуковой диагностики. На презентации проекта побывала наша съемочная группа. На самом деле здесь очень хорошая начинка. Вот. Здесь у меня есть все датчики для того, чтобы смотреть буквально все. Сосуды, сосудистый вот датчик, вот этот вот, сердце, вот мультичастотный, так называемый, шикарный датчик, там вообще такая картинка шикарная, вот конвекс для брюшной полости. Практикующий врач высшей категории Ирина Матвеева делится эмоциями. К открытию готов частный кабинет ультразвуковой диагностики. Реализация проекта позволит решить проблему очередей на УЗИ в медучреждениях региона. В этом потребность очень большая, потому что у нас большие очереди. Мы работаем все с перегрузками, с большими. Я думаю, что у нас на Ринмаре, наверное, уже возникла такая ситуация, когда мы должны к этому прийти. Вот. И чтобы люди не сидели в очереди там, по две, по три недели, по месяцу, чтобы они, когда необходимость в этом была, могли прийти и обследоваться. С появлением частного кабинета УЗИ ультразвуковое исследование станет доступной процедурой для жителей региона и, несомненно, увеличит возможность заблаговременного обнаружения различных патологий. При этом каждому пациенту можно будет уделить необходимое количество времени на приеме и никуда не торопиться, отмечает Ирина Матвеева. Так, вот правый желудочек, левое предсердие, левый желудочек. Кроме диагностики сердца, сосудов, брюшной полости, под контролем аппарата УЗИ можно брать клеточный материал на цитологию. Такая методика позволяет выявлять рак на ранних стадиях. К слову, опыта у Ирины Матвеевой не занимать. В области ультразвуковой диагностики она работает порядка 30 лет. Заключением диагноста, безусловно, доверяют все остальные врачи. Работу в кабинете ультразвуковой диагностики Ирина Матвеева будет совмещать со своей основной работой в Ненецкой окружной больнице. В планах медика привлечь в частный кабинет УЗИ врача и медсестер. Я планирую взять доктора сюда. С утра она будет вести прием здесь. Я во второй половинке. Вот. Плюс у нас будут работать медсестры здесь свои. Вот. И в дальнейшем посмотрим, какие планы. Может быть, в дальнейшем еще что-то будем расширяться. Может, еще один аппарат будем покупать. На реализацию проекта по открытию кабинета УЗИ семья Матвеевых затратила более 4 миллионов рублей. Собственных средств оказалось недостаточно, и Ирина Николаевна стала участником конкурса окружных грантов для начинающих предпринимателей, который состоялся в мае этого года. Победа принесла 500 тысяч рублей. Средства стали весомой поддержкой для создания своего дела. Этот проект был представлен одним из лучших, самым качественным набором документов. И самое главное, те, кто его представлял, четко понимали, что они хотят сделать. И как результат, вот давайте посчитаем, прошло практически 3-4 месяца, мы сегодня видим, что и у Ирины Николаевны большое желание есть работать, и она работает, и есть у нее уже люди, которые записываются. И очень приятно, что это медики, наша интеллигенция так продвинулась вперед. Это уже не первый проект, который реализуется на территории округа. Поэтому мы с удовольствием им помогаем в рамках средств, которые выделены. Ну и думаю, жители города, округа эту услугу оценят. Чистый и светлый кабинет, современное оборудование экспертного класса уже готово к встрече пациентов и проведению медицинских процедур. Прием будет вестись по записи. Свои двери кабинет ультразвуковой диагностики, который расположился в здании гостиницы «Печора», откроют в пятницу, 12 августа. Ирина Цепетова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».